встречи с телеканалом «Юнион» ребята из Пролисков ждали с нетерпением. Говорят, знали, что телевизионщики приготовят необычный сюрприз. С утра, только успев приехать автобус, детвора мгновенно заполнила его. Все готовы к приключениям. Первая остановка – ледовый каток. Практически никто до этого ни разу не катался на коньках. Сегодня такая возможность появилась у каждого. Немного неуклюжие движения, частые падения не испортили общее впечатление ребят. Вместе с работниками телеканала «Юнион» делали свои первые шаги на льду. Я катаюсь первый раз, и мне очень страшно сначала было, а потом уже нет. Уже научился почти что. Я здесь первый раз, мне нравится, ну, тоже здесь лед хороший. Да, кататься нравится. Вот, я научился кататься. Вот здесь хорошо, мне понравилось. Предложение телеканала «Юнион» провести мастер-класс для малышей, лишенных родительской опеки, поддержали работники катка «Марабушта». Здесь уверены, что эти улыбки и позитивные эмоции сохранятся надолго. Это всегда приносит максимум удовольствия. Активные игры на льду – это не сидение перед телевизором и компьютером. Сладкие булочки, кексы и пироги специально для малышей приготовили представители торговой марки «Лучана». После увлекательного скольжения на льду угощения пошли на ура. На этом сюрпризы не закончились. Работники телеканала «Юнион» пригласили детей посмотреть один из самых популярных мультфильмов этого сезона в 3D-изображении. В многозальном кинотеатре «Мультиплекс» маленьких гостей ждали с нетерпением. Здесь мы в кино не ездим, в детском доме. Ну, в 3D. В 3D тоже не были. Ну, фильм сам понравился. Было интересно и весело. Понравилось здесь, и я хочу еще сюда пойти. Такие прогулки и встречи просто необходимы для ребят, лишенных родительской ласки, говорят воспитатели. Позитивные эмоции, общение и участие взрослых в их жизни. Этим малышам дороже конфет и сладостей. Дети побыли в ледовом этом дворце. Никогда на коньках не стояли. И первый раз всем понравилось. Куча восторга. Особенно в преддверии праздникам детям хочется еще больше теплоты и заботы. Понимая это, работники телеканала «Юнион» решили подарить воспитанникам детского дома «Пролиски» больше хорошего настроения. Говорят, очень хочется, чтобы дети с непростой судьбой были счастливы. Ну, с детским домом «Пролиски» нас связывает уже 10-летняя дружба. И наша святая обязанность, наверное, деткам доставить радость и в преддверии Нового года, и в преддверии Дня Святого Николая. И очень хотелось бы, конечно, чтобы наши телезрители вспомнили о том, что этот праздник уже совсем скоро, и позаботились не только о своих детках. По традиции, в День Святого Николая принято дарить сладости. Кроме увлекательной экскурсии, воспитанники детдома «Пролиски» от телеканала «Юнион» получили еще и угощения. Ольга Шилкина, Руслан Новиков, «Панорама».